Минувшие выходные в НАСА произвели запуск первого из четырех новейших метеоспутников. Он был доставлен на орбиту с авиабазы в Вандерберг в Калифорнии. Этот метеорологический проект — совместная работа НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Новый сателлит войдет в состав спутниковой группировки «Объединенная полярная спутниковая система-1». Он будет совершать 14 оборотов вокруг Земли в сутки. На борту метеоспутника установлено 5 метеорологических приборов последнего поколения, которые дадут ученым возможность точно предсказывать погоду как минимум на следующие 7 дней. Среди прочего, метеорологи будут получать данные о температуре атмосферного воздуха и океана, влажности, цвете воды, облачности, состоянии ледового покрова, вулканическом пепле и возгораниях. Таким образом, метеорологи смогут заранее определить точный маршрут, по которому двигаются ураганы, давать детальную оценку ущерба, который может нанести непогода определенному району, и предсказывать, какие области могут в результате ураганов остаться без электричества. Первая испытательная фаза полета метеоспутника продлится 3 месяца, после чего прибор станут использовать по назначению.